хочу представить наш следующий лот. Это тапочки домашние. Помпон. Это новинка, но я уверена, что она станет хитом. Потому что назвать это тапочками тоже как-то, ты знаешь, не совсем корректно. Посмотрите, какие аккуратные сапожки для дома. Эти сапожки предназначены для того, чтобы их носили внутри помещения, а не снаружи. Они нас согревают. Два цвета на выбор. 890 рублей. Кстати, друзья, цена премьера, потому что вы первые, кто видит эти потрясающие тапочки на своих экранах. Завтра цена будет уже другая, а именно на 300 рублей дороже. 134 бонусных балла, кстати, будет на золотой карте. И главное самое, Надя, я же их надела. Знаешь как? Поделись впечатлениями. Ну, прям вот удовольствие. Они мягенькие, ну, прям действительно, хочется прям танцевать в этих тапочках. Ну, вы можете спросить, зачем они вам нужны. Вспомните, вы приходите домой промозглая, вам холодно, вы стояли на остановке, или, может быть, вы пришли с рынка, принесли продукты, и вам холодно, вам хочется поскорее согреться. Что мы делаем? Мы снимаем уличную обувь, и мы надеваем вот эти комфортные, теплые, мягкие, уютные тапочки. А как же обычные тапочки? Обычные тапочки не дают такого тепла, потому что обычные тапочки у нас вот здесь заканчиваются, посмотрите. А дальше что? Пяточка, это все отдает тепло, потому что тепло уходит через руки и ноги, как мы знаем. Так вот, чтобы сохранить, вот ты знаешь, не зря говорят, держи голову в холоде, а ноги в тепле. Ага, итак, друзья, ну что ж, давайте с вами покажем, как они выглядят. На самом деле, так удобно, прям попрыгать даже хочется. Они просто настолько мягенькие, это вот что-то потрясающее. Ну, кстати, у вас очень красиво. Я всем очень рекомендую. Итак, снаружи у нас один вид полотна, это вязаное полотно, а изнутри, давайте заглянем, текстильная подкладка. Представляете, вот этот вот великолепный, мягкий, нежный материал будет соприкасаться с вашей ножкой. И это еще не все. Но вы видите красоту, понятно, что здесь украшают помпоны. Мы с вами рассматриваем серый вариант. А теперь внимание, подошва. Вот я думала, что у вас был вопрос, как же их носить, если они текстильные. Посмотрите, есть подошва, то есть они никогда не сотрутся, и вы в них будете чувствовать себя удобно. Всего 890 рублей, это абсолютный хит, друзья. Тапочки сейчас стоят по 500 рублей, такие голенькие, знаете, с голой пяткой. Но от них, как мы уже с вами выяснили, эффекта никакого нет, толка нет. Мы вам предлагаем новинку 890 рублей за ваши потрясающие тапочки. Знаешь, они будто бы прям обнимают ногу. Обнимают ножку, они ножку согревают. Здесь два варианта. Ткани используются, они двухсторонние. Эти тапочки, ты удивишься, Оль, но их можно стирать в стиральной машине. Ого. Вот так. Так, и, ну, подожди, что? Это не испортит их? Нет, абсолютно. Ну, ты стирай на 30 градусах, подошва у нас резиновая, она у нас пришита, она очень надежно крепится к нашему основанию тапочек. Посмотрите, здесь даже есть беечка, которая является переходным таким элементом. В общем, с одной стороны, это так называемый модный handmade тренд, да, то есть сделанный вручную, но это имитация, конечно же. С другой стороны, это тепло, непревзойденный комфорт и удобство, и вообще альтернатива нашим постоянным обычным тапочкам.